А этим переплетением я буду вязать кардиган, мастер-класс по которому скоро выйдет. Друзья, все мои мастер-классы вы можете найти в интернете под логотипом Аша Вязания. Друзья, узор у нас составит 6 воздушных петель по ширине, первый ряд раппорта бежевая пряжа, Yarnart джинс. Полностью провязываю столбиками с двумя накидами. Для начала поднимаюсь на 4 воздушные петли, петли подъема. Делаю 2 оборота вокруг крючка и в каждую петлю предыдущего ряда ввязываю столбики. Первый ряд у нас провязан, теперь переходим ко второму ряду. Также поднимаемся на 4 воздушные петли и будем вязать столбиками с двумя накидами, но следующим образом. Сначала провязываю 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. Три воздушные петли. Это раппорт узора. Внизу также пропускаю 3 столбика и продолжаю вязать раппорт. 3 столбика с двумя накидами и 3 воздушные петли. Пропускаю внизу также 3 столбика. Второй ряд выглядит таким образом. Друзья, теперь третий ряд и другой цвет пряжи. Поднимаюсь на 1 воздушную петлю и сначала провязываю 3 столбика без накида. Они расположены у нас над столбиками с двумя накидами предыдущего ряда. Затем перед нами вот эта открытая клеточка. Ее будем обвязывать следующим образом. Делаю 1 воздушную петлю и теперь столбик с двумя накидами необходимо ввязать предыдущий ряд. Таким образом, чтобы перемычка из 3 воздушных петель предыдущего ряда осталась над этим столбиком. Затем делаю 1 воздушную петлю. Раппорт узора у нас готов, и я продолжаю вязать. Повторяю раппорт. Получается 3 столбика без накида. И далее проделываю уже знакомую манипуляцию. 1 воздушная петля. Делаю двойной накид и провязываю столбик в предыдущий ряд. Центральную петлю отыскиваю, провязала. Перемычка остается сверху и завершаю раппорт 1 воздушной петлей. Продолжаю вязать. Друзья, у нас остается заключительный 4-й ряд раппорта. Я начала его уже вязать. Это полностью столбики без накида. Все очень просто. На этом мастер-класс завершаю. Обязательно сохраняйте данный ролик в своей копилке. Жду от вас лайки и позитивные комментарии. Всем желаю отличного настроения.